Собаки съели автомобиль жительницы Петрозаводска. Нападение на машину произошло на Куковке на улице Лыжной в ночь субботы на воскресенье. Собаки изгрызли оба передних крыла, решетку бампера, исцарапали капот и лобовое стекло. Зуб у животных был не на хозяйку, а на кошку, которая залезла под капот. Сейчас Екатерина изучила все следы от зубов и когтей собак. В ночь нападения собачья агрессия напугала не на шутку. Очевидно было, что это собаки. Ну, конечно, я была шокирована, честно говоря. Я прибежала домой, я очень сильно испугалась и даже особо там не стала разглядывать, потому что действительно стало очень страшно. Оказалось, что несколько псов пытались добраться до кошки. Она спряталась под капотом. С кошкой все хорошо. Спас железный конь. Правда, сам пострадал изрядно. Ущерб уже оценили. Ремонт обойдется порядка 70 тысяч. Екатерина будет подавать в суд и взыскивать средства с администрации, которая не в силах обезопасить горожан от бездомных собак. И это тревожит больше, чем дорогой ремонт авто. Больше всего я испугалась именно за то, что вдруг кто-то был бы рядом. Вдруг эти собаки напали бы на кого-то, на человека, на ребенка. Если собаки так легко разделались с бампером и крыльями автомобиля, то что говорить, если беспризорное животное выберет в качестве жертвы человека? Случаи нападения бездомных животных на людей уже были в этом районе. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».